ورحمتي أبو هاي أبراموف. أبو هاي أبراموف для меня не только худой, он как для меня был родной брат. Вот наши мамы были другие, но мы считали друг друга как братья. Я сегодня хотел уступить всем нашим друзьям и родственникам, чтобы они выступали. Но наш дорогой рабай Табибов настаивал, чтобы я выступил, сказал сегодня. Я могу много сказать про Абу Хая Абрамова. Абу Хая Абрамов молодым остался от своего отца. В раннем возрасте отец его был призван в армию, и он остался молодым мальчиком, и покойная Мальмалхуда, мама покойного Абу Хая Абрамова, воспитал нашего дорогого Абу Хая. Я помню 50-е годы, но Абу Хай Абрамов был студентом Самаркандского мединститута. И покойный мой отец любил студентов, любил мусафиров. Когда он в синагоге бывал и видел, что кто-то не нашел свою дорогу, он забирал к себе домой. И один из этих был Абу Хай Абрамов. Когда он видел его, его за руки хватал покойный мой отец, Мурдахай Нектаров, и заводил домой. И говорил: «Фреха, бутумимо угдам». Он для нас не был тогда домотом. И мы старались делить рахмати Абу Хай Йови. Я с того времени, я был с ним как друг, как брат. Пришло время, что в 81-м году я поженил своего сына на Эстер Джон. Эстер Урмидароза Бина. Бидарту Бегам Боша, Бишкасту Бегам.